Развернуть миротворческую миссию ООН на Донбассе возможно. Под давлением санкций Россия может пойти на компромисс, так считает представитель Украины в рабочей группе по политическим вопросам Минского процесса, экс-посол Украины в США Александр Моцик. Уже зараз Россия думает, как бы эти санкции с себя сняты, и в этом контексте есть вероятность того, что она может на каком-то этапе пойти на компромисс с тем, чтобы и были миротворцы на украинской территории. Еще раз скажу, это очень сложное питання. И вести переговоры с Россией надзвичайно складно.